Итак, друзья, я напоминаю, что сегодня 130 смельчаков. И их будет сопровождать весь творческий коллектив Ярополка, а именно группа Ярополк, черлидинг Ярополк и танцевальная студия Ярополк. Встречайте всех наших горячих смельчаков и творческую команду. Больше, больше шума! Пока идет отсчет до 10, ты должен встать и продолжать драться. Ведь это только начало твоего пути, сгореть и возродиться заново, найти в себе силы подняться. Если ты чувствуешь боль, значит ты жив. Это не просто спорт, это порыв души. Как важно быть в гармонии с собой. В приоритете те, кто выбирает рукопашный бой. Твои страхи остались в прошлом, когда ты запустил этот наркотик под кожу. Порой бывает так сложно победить себя и добиться большего. Каждый новый день в периметре квадрата. Сейчас твои друзья — это перчатки и канаты. На вдохе чистый кислород заполнен твои легкие. На выдохе несколько раундов с ударами плотными. Ведь можно просто быть в ринге, а можно дышать и жить рингом. Удары, броски, захваты, блоки. Каждый найдет свой кайф в этом. И это навсегда походу. Ведь с каждым днем мы становимся выше. Остались в прошлом наши подъезды и крыши. Через года тренировок становимся старше. Бои в клетке или схватки на татами. Не проиграть своим слабостям и не предать самого себя. Вот истина воина. Единоборство глаза в глаза. Здесь останутся только лишь те, кто стремится стать твердым как сталь. Время и труд подарят медаль. Победит сильнейший один из миллиона. Это не просто куплет, это путь чемпионов. Считав до 10, ты закрываешь глаза и видишь новый мир. И несмотря на сложности впереди, ты продолжаешь бой сквозь старания, терзания и боль. Глаза. Поприветствуем всех наших участников обливания! Так, подождите, я не понял. Сегодня день защитника Одессы, чтобы нарушать. И семьи за плечами города, за спиной моя Россия. Страна, подъем, пробежка и зарядка, слышишь? От Ярополка установка, быстрее, сильнее, выше. Если хочешь быть здоров, приходи на тренировку. Кикбоксинг, рукопашный бой, разведай обстановку. Еще есть бокс, дзюдо и боевое самбо. Мы за здоровье нации и нечего стесняться. Если ты закомплексован, но привык судьбой сражаться.
тебе сюда. По жизни проще будет продвигаться. Победишь себя на ринге, станешь чемпион по бою. Делай громче звук и раскачай себя под эти такты. Скажи окей, Google, как доехать до Ильинки. Затем следи по карте, чтобы не проехать мимо. Увидишь надписи работы, заходи смелее. Мы ждем тебя уже давно, толки две посильнее. Быть здоровым, это модно. Бросай бычок и лучше спортом занимайся. С утра водой облейся, не занимайся пивом. Запишись на вас, просто сегодня выглядишь паршиво. Здорово тело, ну здоровый, да вообще гармония. Тяни живот и сам реши, чего же ты достоин. Хватит жевать фастфуд и то, что ты сегодня кушал. Вечером еще разок сходи, братишка, здравствуй душ. Если переступишь через лень и будешь заниматься, сам увидишь результаты внутри, не начнешь меняться. Все на фотографию! Давайте все на общую фотографию! Еще больше шума нашим участникам! Вы видели, что произошло? Это просто невероятно! Мы здоровы! Это Мальта! Так, стоп, маленькую секунду, внимание! Дорогие друзья, я к этому долго шел! А, все вы знаете, что мужчины, что... Нас связывает, нас движет вперед непосредственно только красивая, хорошая женщина. Вероника, иди сюда. Иди сюда, Вероника! Дети не мерзли! Я хочу сказать только одно. Иди сюда, детей поможешь быстрее. Станешь моей женой. Thank you.